Друзья, впереди весна. Весна — это пора любви. И здесь стоит упомянуть о том, что Минск снова вошел в тройку самых романтичных городов Европы. При этом все больше туристов посещают не только столицу и не только ради достопримечательностей. Укрепить здоровье, пройти диагностику, отдохнуть с пользой для тела и души приезжают в белорусские здравницы. В числе которых и санатории «Сосновый Бор», расположены всего в 35 километрах от Минска. Какие физиопроцедуры и природные факторы используются для лечения и профилактики заболеваний? И в чем романтика санаторного отдыха? Я-то знаю, от Александра Радкевича выяснял. Я бы сейчас на электрофорезик бы сходил. График Светланы Сакуты расписан чуть ли не поминутно. Посещение грязелечебницы, янтарная комната и карбокситерапия. За 18 дней в санатории «Сосновый Бор» у бухгалтера строительной компании одна единственная проблема. Как успеть и на балийский массаж, и в спа, и на косметические процедуры. Сегодня с утра у меня были сухие углекислые ванны, ручной массаж, карбокситерапия. С удовольствием посещаешь, чувствуешь обновление организма. Вообще настроение, позитив. У каждого из более чем 300 отдыхающих индивидуальная программа оздоровления. Одни приезжают подлечить суставы, желудок, сердечно-сосудистую или нервную систему, другие делают упор на косметические процедуры, третьи проходят обследование или просто восстанавливают силы. Совсем недавно здесь открылось новое кардиологическое отделение, где можно выполнить полный комплекс диагностики и лечения. Наш санаторий в первую очередь позиционирует себя как санаторий кардиологической направленности. Предлагаем пациенту и обследование, и консультацию специалиста и лечение, не только физиотерапевтические какие-то процедуры, а получить какие-то капельницы, какую-то метаболическую, какую-то сосудистую терапию. Пациент, по сути, по своей, приезжая в санаторий, ничего не зная о состоянии своей сердечно-сосудистой системы, уезжает с полным комплексом исследований. Или, по крайней мере, он будет иметь рекомендации, что ему еще необходимо будет сделать уже на амбулаторном этапе. Считается, что ароматы смолы в янтарной комнате активируют клеточное дыхание и улучшают обменные процессы. Ударно-волновая или вакуумная терапия укрепляет сосуды. И таких процедур здесь более сотни. Водолечение и прогулки среди сосен – тоже важная часть программы оздоровления. На территории санатория имеются 4 скважины. 2 артезианские, питьевые, и 2 минеральная вода. Одна вода, обогащенная радоном, помогает при болезни суставов, костно-мышечной болезни, и вторая сульфатно-натриевая. А основные потребители наших услуг – это, конечно же, жители Республики Беларусь. Но очень много, порядка 30% к нам приезжают жители из зарубежных стран. Есть отдыхающие со Словении, приезжали из Англии к нам, очень много жителей Израиля. В санатории своя романтика. Здесь за здоровье в фитобаре пьют кислородные коктейли и минеральную воду. И очень любят обсуждать эффект особой лечебной грязи. У меня очень болят руки. Вот. Сейчас вроде вот, как молодой. Гуляют здесь долго и не спеша, дышат полной грудью, а свидание, конечно, назначают в спа-комплексе. Уезжают из санатория хоть и с грустью, но с новыми силами и вдохновением. И обязательно, чтобы вернуться вновь. Александра Радкевич, Иван Боровой, Глеб Волков. Наше утро.